Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите рубрику «Испытан на себе». Меня зовут Кайрат Урынов. Помните, совершенно недавно я посещал парк чудес, в котором было очень много экспонатов. Сегодня я попробую выбраться из лабиринта за короткое время, а затем расскажу вам о своих ощущениях. Дорогие друзья, все оказалось намного сложнее, чем я себе предполагал. Когда я сюда заходил, в этот лабиринт, я думал, что за 5 минут справлюсь и найду выход, но лабиринт поставил мне более сложную задачу. Но, как говорится, невыполнимых задач для человека не бывает. Я уверен, что в ближайшее время мы обязательно справимся. Сейчас я уже чувствую момент приближения к выходу. Думаю, мы уже подходим. Вот он и заветный наш выход. Проходя мимо лабиринта, мы наткнулись на еще один, теперь уже каменный. И у меня такое чувство, что я вижу, где финиш. Дорогие друзья, мне все-таки удалось выбраться из лабиринта. Пробуйте, испытывайте на себе все то, чего вы так давно хотели. Мечтайте, любите, а самое главное, живите. Кайрат Урынов, Ринат Алибеков, Жанакын.